говори, бро, это срочное включение. Сейчас около 12 ночи, в мою дверь бесперерывно кто-то стучит. Я без понятия, кто это может быть, но я на всякий случай решил снимать все, что происходит в этом доме. Потому что, как вы заметили, с ним реально что-то не так. О, черт, вы слышите это? Там 100% кто-то есть. Помогите! Помогите, кто-то зовет на помощь! Кто вы? Как вы попали внутрь? У вас все хорошо! Помогите! Что случилось? Моя машина! Что с вашей машиной? Сломалась! Где ваша машина? Где ваша машина? Ваша машина далеко? Черт, я без понятия, что это за девушка. Я же говорил вам, что с этим районом что-то не так. Вам нужна какая-то помощь! Мне холодно! Где ваша одежда? Мне холодно! Вам есть где переночевать? Нет! Я не понимаю, что ей надо от меня, она очень странно себя ведет. И реально, что у нее с одеждой? У вас есть деньги на отель или хостел? Помогите! У вас есть деньги? Может быть, вам дать денег? Нет. И куда она ушла, банда? Что это было? Я не понимаю, что с этим районом не так. Она возвращается. Кто эта банда? Что она несет? Что это такое? Что это? Мой ребенок! Вы убили своего ребенка? Вы хотите, чтобы я вас пустил к себе в дом? Помогите! О, черт, это все так странно, но если вам негде ночевать, то вы можете войти ко мне! Проходите! Вы можете войти! Входите! Черт, что происходит, банда? Входите! Господи, неужели она меня боится и поэтому не входит? Просто посмотрите на эту жесть! Черт, я в таком шоке! Входите в дом! Чувствуйте себя как дома. О, господи. Это все так странно, банда. Я вообще ничего не понимаю, что происходит. Это какая-то сумасшедшая девушка. Что это еще такое? О, господи, просто какая-то жесть. Окей, закроем двери. Я просто в шоке от силы этого, банда. Что вообще, черт возьми, происходит? Девушка, ваша спальня здесь. Черт, банда. Идите сюда, проходите. О, господи, что вообще происходит? Ваша спальня здесь. Вот ваша кровать. Я думаю, вы можете здесь остаться до утра. А утром уже что-то придумаем. Черт, это просто какая-то жесть, банда. Я просто в это все не верю. Я принесу подушку. Черт, что происходит? Я не мог ее оставить на улице. Она хоть и сумасшедшая, но ей нужна помощь. Тем более на улице минус 10, и она так легко одета. Ей точно нужна помощь. Пока что она останется здесь до утра, а утром уже придумаю, что с ней делать. Еще этот странный пакет с костями и кровью. Она почему-то называет его своим ребенком. Эй, девушка, где вы? Куда она делась? Я принес подушку. Черт! Что происходит, банда? Я принес вам подушку, вы можете на ней спать. Господи, что происходит? Я просто не верю своим глазам. Я хочу есть. Есть? Что вы хотите? Но у меня ничего нету. Что происходит? О, черт, банда, что это такое? Спокойной ночи! Я не буду выходить из своей комнаты до утра, надеюсь, она тоже. Я не мог ее оставить на улице, там реально очень холодно. Она бы просто замерзла насмерть. Увидели, как она одета? Она слишком легко одета для такой погоды. Тем не менее, банда, я ложусь спать. Встретимся уже с вами утром. О, что это было? Я слышал, как что-то очень сильно хлопнуло. Неужели это эта девушка? Эй, девушка? Вы не спите, у вас все хорошо! Я точно слышал какой-то хлопок, банда. Это еще что? Посмотрите, все вещи разбросаны. Неужели она меня ограбила? Здесь лежали драгоценности моей девушки. Я просто в шоке, она реально меня ограбила. Просто посмотрите на это, она даже украла мой ноутбук и все вещи к нему.
О, черт! Только не это! Где мои деньги? Она украла все мои деньги, банда, это все, что у меня было, черт! Вот так вот помогай этим странным людям, она реально меня ограбила, украла буквально все, я просто в шоке! Там ее комната и дверь открыта! Это такая жесть, я просто не могу в это все поверить, она реально меня ограбила! О, черт! Это еще что такое? Это тут ее ребенок, о, фу! Оно так воняет отвратительно! Господи, банда, что это такое? Неужели это тот ребенок, который она принесла в пакете? Вы просто видите эту жесть? Что здесь вообще произошло? Нужно посмотреть по скрытым камерам, что здесь происходило, пока я спал. Окей, банда, скрытые камеры что-то сняли. Давайте же посмотрим, что происходило ночью в доме, пока я спал. Эта запись была сделана за 5 минут до того, как я проснулся. Здесь эта девушка почему-то вышла со своей комнаты. Я все еще не могу поверить, что она реально меня ограбила. На вид она максимально безобидная и немного сумасшедшая, но она украла у меня все, что было. Она украла все мои деньги, всю мою аппаратуру. Но погодите, почему она идет к одной двери? Неужели она просто сбежала? Тогда кто меня ограбил? Я ничего не понимаю, банда, что вообще происходит? О, черт! Вы видите это? Там кто-то вошел! Она впустила кого-то в мой дом! Это какой-то мужик, и у него на лице черная маска! Неужели это грабитель, и это он меня ограбил? Что вообще происходит, как я это все не услышал? Она сильно хлопнула дверьми, обычно я просыпаюсь от любого шороха, но здесь я ничего не слышал! И вы только посмотрите, как этот вор разглядывает мой дом! Он еще взял с собой сумку, чтобы украсть все, что у меня есть! Я в таком шоке, банда, скорее всего, они работают сообща! И посмотрите, он начинает рыться в моей тумбочке, он хватает все, что только видит. Скорее всего, они работают сообща, и это такой у них план. Эта девушка вечером влезает в рандомный двор, и там ведь нажалась хозяева в дома, чтобы они ей помогли. А сама ночью открывает двери этому грабителю, и они обворовывают дом. Он забрал из этой тумбочки все, что только там было, и посмотрите, он идет дальше к другой тумбочке. Это полная жесть, банда, я не понимаю, как я мог повестись на такой обман. И вы только гляньте, он ворует даже подарок, который я приготовил для своей девушки. Хотя он даже не знает, что там лежит, он просто все ворует. Я в шоке, банда, как я вообще мог повестись на такую аферу? Я же говорил, что в этом районе живут очень странные люди. Он буквально все обыскивает и кладет в свою сумку. Хорошо, что у меня останется запись этих скрытых камер, я смогу отнести его в полицию, чтобы они поймали этого вора и вернули все мои вещи. Неужели он собирается подняться на второй этаж? Он уже на втором этаже, жаль, что на его лице эта черная маска, я не смогу сам его найти и поймать. Надеюсь, что полиция с этим справится. Он еще такой огромный мужик, как я не слышал его шаги. Обычно пол очень сильно скрипит, но я ничего не слышал. Черт, он идет в главную спальню, здесь и хранятся все вещи моей девушки. Просто посмотрите, он уже входит внутрь. Он так аккуратно все осматривает, нету ли там кого-то. Я просто в шоке от этого, банда, что вообще происходит. И посмотрите, он снова подходит к тумбочке. И посмотрите, он нашел сумочку, где лежит золото. Он пытается ее открыть, черт. Он все заберет себе. Он реально все забирает, даже не рассматривает, просто хватает все подряд. Хотя посмотрите, он проверяет, настоящие ли золото и бриллианты. И он все равно все забирает себе в сумку, это полная жесть, банда. Я бы никак не смог его остановить, у него может быть оружие. Мне очень повезло, что он не зашел в мою спальню, иначе он бы сразу же меня убил. Он продолжает обыскивать весь комод, но там больше ничего нету. Он еще так профессионально держит фонарь во рту, явно этим занимается не первый раз. И он снова куда-то идет. На этот раз он идет в мой кабинет, банда. Обратите внимание, он постоянно смотрит в сторону моей спальни, проверяет, не проснулся ли я. Скорее всего, эта девушка сказала ему, в какой комнате я сплю, и поэтому он не заходил ко мне. Черт, он украл все, что лежит в этой комнате. Ноутбук, дрон, камеры и даже деньги. Я просто в шоке от всего этого, банда. Я даже не знаю, как быстро я смогу все это вернуть. Он снова обыскивает каждый ящик в столе и забирает все, что там лежит. Черт. Интересно, что сейчас делает эта девушка и почему она ему не помогает меня грабить. О, господи, что это? Это она? Она разложила те кости в виде человека и гладит его. Похоже, что она реально сумасшедшая. Она думает, что эти кости это ее ребенок. Банда, я просто в шоке. Я не могу поверить своим глазам. Я никогда такого раньше не видел. То есть она не играла роль сумасшедшей. Она реально сумасшедшая. Тем не менее, вернемся обратно к тому вору и посмотрим, что он сейчас делает. Он уже собрал все мои вещи в сумку и собирается уходить. Он забрал все, что у меня было. Те деньги, которые он меня украл, это все, что у меня было. О, черт. Он заметил камеру. Что происходит, банда? Что он собирается делать дальше? Почему он кладет свою сумку? Что он делает? О, господи, он подходит к камере. Что он собирается делать? Вы видите это? Что он достает из-за спины? Черт, это пистолет! Он вооружен и он сломал мою камеру! Что это было? Я просто в шоке!
комнаты, он бы точно меня убил! Он выходит из этой комнаты и смотрит прямо в мою спальню, где я сплю! Он точно знал, что я там, и мне очень повезло, что он меня не убил! Но он уходит! Мне очень повезло, что я остался жив, надеюсь, полиция сможет мне помочь! О, господи, это еще что? Эта девушка есть и кости в крови, вы видите это? Она говорила, что она голодная! А что если это и вправду был ее ребенок, которого она съела, и остались только эти кости? Черт, это отвратительно! Что происходит? Он зовет ее? Она вообще на него не реагирует, продолжает есть эти кости! О, посмотрите, что происходит! Он начинает ее тянуть силой! Что это за жесть, банда? Я просто не верю своим глазам, что вообще происходит! Он ее вытаскивает из комнаты, но она сопротивляется! Я в таком шоке, банда! Она реально сумасшедшая! Он снова ее схватил и тащит на улицу! Они сбежали со всеми моими вещами! Прямо сейчас я отвезу это видео в полицию, чтобы они их поймали! В конце они очень сильно хлопнули дверьми, и я проснулся! Это такая жесть, банда! Я просто в это все не верю! Она реально впустила в мой дом какого-то мужика, который меня ограбил! Я прямо сейчас поеду в полицию и отвезу эту запись! Черт! Это еще что? Они вернулись, только не эта банда. О, господи, что им еще надо? Я не понимаю, зачем они вернулись, банда. Что им еще надо? Они там у меня все украли. Что за бред? Я не понимаю, что происходит, зачем они вернулись. Только не это! О, господи, они реально вернулись меня убить! Вы слышите это? Я просто в шоке, банда, что вообще происходит? Эй, что с замком? Я не могу открыть двери! Черт, что за бред? О, черт! Я ложусь! Только не стреляйте в меня! Руки за спину! Да, я все сделаю! Пожалуйста, отпустите меня! Я никому не расскажу! Я отдам вам все, что у меня есть, только отпустите меня! Не убивайте меня, пожалуйста! Пожалуйста, не убивайте меня! Отпустите меня! Полиция об этом не узнает. Пожалуйста, отпустите меня. Я никому ничего не расскажу. Я отдам вам все, что у меня есть, все деньги. Все, быстро. Да, я сделаю все, что вам надо. Где деньги? Где деньги? Вы все украли. Где деньги? Они наверху. Иди. Пожалуйста, только не стреляйте в меня. Я отдам вам все, что у меня есть. Отпустите меня, пожалуйста! Закрой рот! Пожалуйста! Рот твой закрой! Пожалуйста, полиция об этом не узнает! Закрой рот, каблук, или я тебя пристрелю! Я никому об этом не расскажу, отпустите меня! Я отдам вам все деньги! Закрой рот, в какой спальне? Все деньги в этой спальне, в тумбочке! Сиди здесь! Если увидите эту девушку, то бегите и зовите на помощь. Они хотят вас ограбить и убить. Пока!